мотив знаменитого вальса на сопках Маньчжурии композитора Ильи Шатрова пронесся над площадью Куйбышева. На сцене сводный оркестр, около 500 исполнителей. Такой необычный подарок в день рождения города преподнесли гости. Лучшие музыканты духовых оркестров из 9 городов России, а также Могилева и Уральска. На дирижерском постаменте заслуженный артист Самарской области Марк Коган. Прежде чем сюда приехать, я, естественно, смотрел на все коллективы, смотрел и изучал. И не хотел повторяться, хотел что-то новенькое привнести. Поэтому мы прямо так вот подготавливались. Да, конечно, мы видели множество выступлений из Самарского оркестра, Самарского духового оркестра. Для нас, во-первых, это большая честь. Большая честь представить Республику Беларусь на вашей гостеприимной российской самарской земле. Самара прекрасна, очень радушный. Нас хорошо приняли, нам очень-очень нравится, очень мы этому рады. В этом году Самаре исполнилось 437 лет. Все спешили поздравить город, особенно его жители. Самара для меня самый родной, самый красивый город вообще. Я очень рада, что живу здесь по сей день. Я желаю дальше развиваться. Здесь очень много творческих людей, подростков, в общем, много кого. В общем, с днем рождения, Самара! Успехов в развитии. Да. У нас и так много очень сделали в Самаре в ближайшие, ну, лет 5. Вот, и очень круто, чтобы Самара продолжала развиваться так же. Поздравить Самару и ее жителей приехали артисты из разных уголков России и стран ближнего зарубежья. Мне кажется, что Самара – это курорт, потому что здесь такая архитектура, здесь какие-то такие вещи, которые абсолютно неправильные для мегаполиса, но в то же время дают какой-то уют и позволяют тебе отдыхать просто ментально. Поэтому я желаю, чтобы эта атмосфера сохранялась в Самаре, и сюда очень приятно приезжать. Вечером на площади Куйбышева жителей и гостей города ждала насыщенная программа. Со сцены прозвучали композиции о Самаре, известные шлягеры и новые песни, посвященные нашему городу. Хедлайнером праздника стала группа «Чайф». Шикарная история с шикарным географическим местом расположения. В принципе, я понимаю, что когда живешь в Самаре каждый день, ты не замечаешь изменений. Это как на себя в зеркало смотреть каждый день. А мы же приезжаем там, ну, раз-два раза в год в Самары, мы видим изменения. После финальных аккордов праздничного концерта поздравления в адрес Самары и его жителей прозвучали от губернатора Дмитрия Азарова и главы города Елены Лапушкиной. Очень рад, что наш родной и любимый город благоустраивается и вновь обретает былую мощь, процветает. Мы вместе строим новые мосты и дороги, благоустраиваем парки, скверы и набережные, строим новые больницы, школы и детские сады. Мы делаем это все с вами вместе. Спасибо вам, дорогие мои, что мы вместе достигаем этих результатов. Друзья, дорогая Самара, я вас всех поздравляю с днем рождения. Мы так еще молоды, нам всего 437 лет. У нас все впереди. Я желаю вам счастья, я желаю вам здоровья. Пусть в вашей жизни будет мир и добро. Будьте счастливы! С днем города! И в завершении вечера яркой точкой в праздновании Дня города стал традиционный салют. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.